Сегодня, когда объемы корпоративной информации возрастают небывалыми темпами, а по оценкам некоторых экспертов их рост составляет не менее 200% в год, сообщество IT-специалистов всерьез задумалось о вопросах информационной защиты. При этом от 70 до 90% информации имеет неструктурированный вид. Зачастую компаниям бывает сложно понять, какая именно информация является конфиденциальной и на что стоит обращать пристальное внимание при построении систем информационной безопасности. Множество традиционных решений, призванных обеспечить такую защиту, зачастую не справляются с данной задачей, поскольку до сих пор подобные решения защищали не саму информацию, а объекты IT-инфраструктуры предприятия. Именно поэтому они не спасают от таких видов угроз, как случайные и намеренные утечки, число которых из года в год продолжает возрастать. Широкое распространение получили утечки через такие каналы, как интернет, сетевые принтеры и мобильные устройства. Самый распространенный тип утекаемой информации – персональные данные. DLP такой специфический сегмент безопасности. Я обычно говорю, что это на самом деле пока первая информационная безопасность вообще, потому что вся остальная область деятельности, касающаяся информационной безопасности, на самом деле защищает не информацию, а инфраструктуру, сервера, каналы передачи данных, места хранения информации, места обработки информации, но не информацию саму. DLP обрабатывает собственную информацию и работает собственно с информацией, а поэтому его, естественно, внедрять, когда вся остальная безопасность уже внедрена. DLP – это первая технология защиты именно информации, а не элементов IT-комплекса, обеспечивающих доступ к ней. По данным исследований аналитического центра «Антималвея», объем рынка DLP в России в 2010 году составил порядка 15 миллионов долларов США. InfoWatch – это российский разработчик комплексных решений для защиты корпоративной информации от внутренних угроз. Головной офис компании располагается в Москве и насчитывает более 100 специалистов и экспертов в области разработки, внедрения, интеграции, продаж и продвижения высокотехнологичных инновационных продуктов. Компания InfoWatch была создана лабораторией Касперского в 2002 году. Собственно, идея самого продукта пришла из продукта «Антиспам» лаборатории Касперского. Антиспам, как вы знаете, фильтрует, это система, которая фильтрует спам, то есть ненужную почту лишнюю. И мы подумали, что если мы можем фильтровать ненужную почту, то почему бы не фильтровать ту почту, которая важная, но которая покидает пределы компании. Если система антиспама работает на вход, то эта система предполагает, что она будет работать на выход. Собственно, вот так появилась идея самого продукта. Потом в лаборатории был сделан прототип, и где-то в конце 2003-го, в начале 2004 года была создана, собственно, компания InfoWatch. Компания обладает обширной экспертизой и опытом реализации проектов любой сложности в финансовой и телекоммуникационной отраслях, ТЭК, а также государственном секторе. Мы автоматическая машинка, которая мониторит информацию, это надо понимать. Мы не смотрим, что делают люди, чем они заняты, куда они ходят. Мы вообще этим не занимаемся. Мы мониторим информацию. Отправляет он письмо с конфиденциальной информацией, мы его блокируем. Все, точка. Мы не знаем, кто это послал, но мы его можем заблокировать. Вообще, теоретически, если мы интегрируемся там с какими-то системами, а у нас есть такая интеграция, да, то мы можем просматривать всю цепочку. И есть клиенты в России, которые это делают. Портфель продуктов InfoWatch включает в себя решения для крупных корпоративных заказчиков. Это флагманские продукты InfoWatch Traffic Monitor Enterprise, а также InfoWatch Crypto Storage Enterprise. Решения для малого и среднего бизнеса InfoWatch Traffic Monitor Standard, а также средства шифрования для частных пользователей. Среди заказчиков InfoWatch крупнейшие российские банковские структуры: Внешторгбанк, Банк Москвы, Банк Возрождения, Райффайзенбанк, Росевробанк. Крупнейшие сотовые операторы, Министерство экономического развития и торговли, Федеральная таможенная служба Российской Федерации, Транснефть, компания «Сухой», «Газпром ВНИИГАЗ», холдинг «Русэнергоресурс», открытое акционерное общество «Русгидро» и другие крупнейшие компании.
Сегодня InfoWatch занимает более 50% российского рынка систем защиты конфиденциальных и персональных данных и продолжает активно развиваться на международных рынках стран Европы, Азии и Ближнего Востока. На сегодняшний день InfoWatch имеет представительства в Германии, Испании, Объединенных Арабских Эмиратах, Турции и Индонезии. За 10 лет работы решения InfoWatch позволили предотвратить сотни инцидентов нарушений политик информационной безопасности. Зарекомендовали себя среди заказчиков ключевых отраслевых вертикалей как надежные партнеры. InfoWatch. Мы работаем, чтобы защищать.